Уважаемые представители московского правительства, мои коллеги, уважаемые послы, дорогие друзья, дамы и господа, большая честь для меня поприветствовать вас на втором фестивале Индонезии. Was successfully attracting more than 68,000 people. Который в прошлом году посетило более 68,000 человек. 400 participants from Indonesia. В прошлом году мы приветствовали 400 индонезийских участников. And today I'll be very very happy to let you know that the number of Indonesians visiting Moscow to join the festival has been growing more than 100%. И невероятная радость для меня поделиться с вами информацией о том, что в этом году участники из Индонезии посетили Москву в еще более представительном составе, их количество увеличилось на 100%. I was told by my colleague Ambassador Galusin in Jakarta that the embassy issued almost 1,000 Indonesians who are visiting Moscow for the second festival. Мой уважаемый коллега Михаил Юрьевич Галузин, посол Российской Федерации в Республике Индонезии, проинформировал меня, что российское посольство в Джакарте выдало более 1000 виз индонезийским участникам, которые отправились в Москву для участия в нашем фестивале. And more special and very encouraging, today we are privileged to have a trade minister with us today, and then we have 5 governors and 8 mayors and head of region from all of our cities in Indonesia. Также огромная честь для нас принимать сегодня почетных гостей фестиваля из Индонезии, министра торговли Республики Индонезии, губернаторов 5 индонезийских провинций, 8 глав индонезийских городов и регионов и других уважаемых делегатов. I'm pleased also to let you know that since the festival last year, our economy, our trade relations has been growing very significantly. Last year we grew by 33.4% despite of the economic stagnancy in the world. Также отдельно хотел бы поделиться позитивной информацией о том, что с прошлого года выросли и торгово-экономические отношения между Россией и Индонезией. За прошлый год мы наблюдали рост в 33.4%, несмотря на общую экономическую ситуацию в мире. From January to May this year, it was recorded that some increase of 62%, one of the highest of Russian tourists visiting Indonesia alone. Также с января по май 2017 года мы отметили колоссальный рост туристического потока из России в Индонезию. Он превысил 60% по отношению к показателям прошлого года. Unlike last year, this festival is also very colorful because not only we are talking about culture, about arts, but we had also 2 business forums was to be held on the 3rd of August and 4th of August yesterday. Фестиваль в этом году еще более многообразен и красочен, чем в прошлом, поскольку помимо культурной составляющей, помимо презентации индонезийского искусства, мы также разработали деловую программу для наших участников, и хотел бы поделиться информацией о том, что и 3 и 4 августа в Москве успешно прошли 2 российско-индонезийских бизнес-форума. I would like to thank the Ministry of Culture of the Russian Federation, City of Moscow, as well as Ministry of Foreign Affairs for their valuable support. Хотел бы отдельно поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации, правительство Москвы, а также Министерство иностранных дел Российской Федерации за неоценимую поддержку. From our part, I would like also to extend my deepest gratitude to the Ministry of Tourism as our main sponsors. Также отдельную благодарность хотел бы выразить Министерству туризма Индонезии, одному из главных спонсоров фестиваля. The Ministry of Trade for their significant contribution to the festival. Министерству торговли Индонезии за колоссальный вклад в успешную реализацию фестиваля. And in particular with the presence of Minister of Trade, Pak Andreas Tirto Lukita. И еще раз лично от себя благодарю его превосходительство министра торговли господина Энгартиаста Лукита, который нашел возможность лично присоединиться к фестивалю. My thanks also go to our partner sponsors, Blackspace, Sinarmas, RIBC, Sarimatibo Airport, the Indonesian Palm Oil Fund Agency, and also Freshfields.
Также, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить партнеров и спонсоров фестиваля, компании Black Space, Синормас, деловой совет по сотрудничеству с Индонезией, ассоциацию производителей пальмового масла, компанию Fresh Whale и других партнеров и спонсоров. Our thanks also go to Armacom Media, our event organizer, for organizing this festival, as well as individuals, which I cannot mention one by one. Также отдельно благодарю компанию Amarcom, организаторов нашего фестиваля, благодаря неоценимой поддержке которых сегодняшнее мероприятие смогло быть успешно реализовано, и многих других партнеров, спонсоров и друзей, которые сделали сегодняшний праздник возможным. I wish you enjoyable and memorable time during this evening festival. Thank you very much. Спасибо большое. Желаю вам всем приятного, незабываемого времени с сегодняшним вечером на нашем фестивале. Благодарю за внимание. Дамы и господа, позвольте зачитать официальное обращение министра культуры Российской Федерации по случаю проведения фестиваля Индонезии господина Мединского. Ladies and gentlemen, allow us to read the official letter from the Ministry of Culture of the Russian Federation, Mr. Мединский, on the occasion of the Festival Indonesia in Moscow. Уважаемые друзья, от всей души приветствую организаторов, участников и гостей второго фестиваля Индонезии в Москве. My dear friends, allow me to extend my deepest congratulations to all the organizers, participants and guests of the Festival Indonesia in Moscow. Гуманитарные связи между Россией и Индонезией на протяжении многих лет, активно развивающиеся в духе дружбы, взаимопонимания, всегда основывались на уважении к богатым национальным традициям и историческому наследию наших народов. Humanitarian ties between Russia and Indonesia within many years have been actively developing in the spirit of friendship and mutual understanding, always based on the deepest respect to the rich national traditions and historical heritage of both of our people. И сегодня они продолжают оставаться важной составляющей частью стратегического партнерства. And today they are still are an important part of our strategic partnership. Искренне рад, что инициатива ежегодного проведения праздника индонезийской культуры состоялась и получает свое развитие. I am very sincerely happy to know that the initiative to organize this feast annually, this feast of Indonesian culture, has been celebrated once again and is developing further. Особо отмечу высокое значение данного события для сближения наших стран, укрепления гражданской и общественной базы межгосударственных отношений. Especially I would like to note the highest importance of this event to further make our countries closer to each other, to further strengthen the contacts between the people of our countries and the intergovernmental relations. Убежден, что и в этот раз фестиваль не только доставит столичной публике радость от встречи с искусством Индонезии, но и создаст благоприятные условия для дальнейшего двустороннего сотрудничества. I am sure that this time Festival Indonesia will also not only bring the happiness to the Russian public to meet the art and culture of Indonesia, but will also create favorable conditions for further favorable development of our bilateral relationship. Сердечно желаю участникам фестиваля вдохновения, зрителям незабываемых впечатлений, а организаторам новых успехов. I would like to sincerely wish for all the participants of the festival their best inspiration, for all the visitors their best impressions, and for organizers new success. Министр культуры Российской Федерации господин Мединский. Minister of Culture of the Russian Federation, Mr. Мединский. Для приветственного слова, пожалуйста, друзья, если хочется аплодировать, не останавливайтесь. Для приветственного слова мы приглашаем Евгения Борисовича Дридзе, исполняющего обязанности руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы. Distinguished guests, for the next welcoming remark, we would like to invite Mr. Евгений Дридзе, acting head of Department of External Economic and International Relations of Moscow Government. Good
господин министр, господин посол. Your Excellencies, Mr. Minister, Mr. Ambassador. В первую очередь хотел бы поблагодарить за приглашение сюда и возможность вас всех приветствовать. First of all, allow me to express my deepest gratitude upon the invitation to participate in this event and to greet all of you. Москва традиционно поддерживает самые разнообразные события и фестивали на своей территории. Moscow traditionally supports various events and festivals which are being held in the city. Но настолько аутентичных, как ваш, у нас практически нет. But I should say that we almost do not have any other event in Moscow which is so authentic as the festival that you organize. Большинство из них мы организуем и поддерживаем сами, а здесь практически все делаете вы. Most of the events we organize and support by ourselves, but in the case of Festival of Indonesia, most of the preparation and organization is done by your side. Москва традиционно дружит с столицей Индонезии Джакартой, и вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал новую программу сотрудничества. Moscow has traditional close ties of friendship with Indonesian capital Jakarta, and just yesterday, Mayor of Moscow, Mr. Sergei Sobyanin, signed new program of cooperation with Indonesian capital Jakarta. И без сомнения, ваш фестиваль — это огромный вклад в эту дружбу, и совершенно точно мы от Москвы устроим у вас что-нибудь аналогичное. And there is no doubt that Festival Indonesia is the greatest input in that bilateral ties and friendship. And I would like to assure you that we will do our best to organize the alike event in your capital. А всем посетителям желаю получить удовольствие именно от аутентичности, от особости этого фестиваля, который пройдет еще два дня. И очень надеюсь, что это вырастет в какую-то большую традицию, и в следующем году мы увидим даже больше масштаб. And to all the visitors of the festival, I sincerely hope that you will enjoy the authentic atmosphere that is kept here on the festival.